Жизни десятков журналистов, работавших в Донбассе, поставили под угрозу авторы украинского интернет-ресурса «Миротворец». Доступ к нему заблокирован в России. Подробности скандала. В открытый доступ выставлены личные данные 4500 работников средств массовой информации, аккредитованных на территориях, не подконтрольных Киеву. Речь не только о российских и украинских коллегах, но и о журналистах главных западных информагентств, теле- и радиокомпаний. Имена, фамилии, должности, номера телефонов, адреса электронной почты. Некоторые фигуранты списка уже получают угрозы. Это подтвердила сегодня вечером представитель ОБСЕ по свободе слова Дунья Миятович. Час назад в нашем МИДе подчеркнули, что разглашение личных данных журналистов на Украине противоречит Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Обеспокоен сейчас даже уже американский Госдеп. Реакция в Киеве пока сводится к открытию уголовного дела прокуратуры. Тут важно добавить, что на этом же сайте были опубликованы такие же сведения о бывшем депутате Рады Олеге Калашникове и публицисте Олесе Бузине за несколько дней до убийства обоих весной 2015 года. В тех случаях расследование не доведено до приговора суда.